храме Казанской иконы Божьей Матери города Рыбинска торжественно почтили Пресвятую Богородицу и ее чудотворный образ «Достойно есть», написанный на Святой горе Афон. Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл со служения епископа Рыбинского и Угличского Вениамина. Подробности в репортаже Ольги Снесаренко. Здравствуйте, Володя. Хлебом, солью встречали митрополиты Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Для общины Рыбинского Казанского храма владыка не посторонний человек. Прихожане помнят его еще с той поры, когда он возглавлял их родную Ярославскую епархию почти 10 лет. И всегда он служил в день храмового торжества на этом приходе. Не изменяется традиция и сейчас. Являясь уже 2 года главой Екатеринбургской митрополии, владыка приезжает в эту старинную церковь, чтобы разделить с прихожанами радость праздника. Рыбинский храм Казанской иконы Божьей Матери – настоящая жемчужина зодчества. Один из самых древних сохранившихся в городе. Памятник федерального значения. Построили его в конце 17 века на месте некогда существовавшего здесь мужского монастыря. Снаружи – непримечательная церковь, белая, скромная. Внутри же потрясают воображение изумительные старинные фрески. Расписывали храм в середине 18 века. К сожалению, не сохранился иконостас. Его сожгли в начале 20-го столетия. А сам храм в советское время использовали в качестве хранилища документов. Вновь открыли его в 90-е. И уже много лет здесь пребывает чудотворная икона Божьей Матери «Достойно есть», написанная на Святой горе Афон. Чтимый афонский образ. Не каждый из нас бывал на Святой горе, не каждый может быть на Святой горе. Но прикасаясь сегодня к святыне этой, мы прикасаемся к самой Святой Афонской горе, наполненной святостью и присутствием Божьей Матери. И прикасаясь к этой святыне, принимаем в себя эту великую благодать от присутствия Божия в нашей жизни. И ощущаем ее в себе, несмотря ни на что. С образом, почитаемым в храме, после окончания божественной литургии состоялся крестный ход. Многие десятилетия на нашей Ярославской, теперь уже в Рыбинске, этот праздник совершается. И спасибо вам, дорогой владыка, что вы традиционно в этот день возглавляете это торжество. Для нас радостно молиться вместе с вами. Нам всегда особо приятно видеть вас здесь, молиться за теми богослужениями, которые вы совершаете. Как владыка Вениамин сказал, несмотря на вашу сегодняшнюю занятость, нехватку времени, вы всегда изыскиваете возможность, оставляя, может быть, какие-то даже очень важные дела. Но важнее дело, чем молиться Богу и служить Царице Небесной, для вас нет в жизни ничего. И мы это все видим прекрасно, когда вы совершаете богослужение. Ко дню ангела настоятелю храма Казанской иконы Божьей Матери, отцу Григорию, митрополит Кирилл вручил подарок. Это крест, сделанный в честь 400-летия воцарения династии Романовых. Кроме того, владыка пригласил всех прихожан посетить Урал, где он совершает святительское служение сейчас. Отец Григорий, в свою очередь, преподнес митрополиту Кириллу в знак благодарности панагию, а всех собравшихся прихожан ждала трапеза под открытым небом.